Наши солдаты всегда должны быть сытно накормлены, тепло одеты и культурно воспитаны. Для наших бойцов последнего гуся съели сегодня. Смотри. Оп, плов готовится. Вкусный, нормальный плов. Сытный, с мясом, как полагается. А дадите попробовать плова? Конечно, солнышко, но он еще тушится. Он уже почти готовый, честно. Ну, хоть чуть-чуть так. Даже на запах можно понюхать, он уже пахнет, да? Пахнет отменно. Соблазнительно. Класс. Спасибо, очень вкусно. Вообще рацион состоит, это просто холодная тушенка с хлебом, черствым. А что сегодня праздник такой? А сегодня хорошее солнышко, настроение, гуся подогнало местное население. Решили запотрать и приготовить нормальную, как говорится, еду. Они помогают вам, подкармливают местное? Да, местное население, вот это вот, честно. Ребята, спасибо вам большое, местное население, за то, что хоть чем-то... Как давно куховарю? Тут у каждого куховарит. Все профессии нужны, все профессии важны. Как учил нас Маяковский, да, стишки его, спасибо, конечно. По мере возможности, тут каждый взаимоменяемый. Родился и вырос Ерема в Шахтерске. Во время летних боев его дом был полностью разрушен. Семью приютили родственники. Ради мирного будущего родных он здесь, на линии фронта. И вот эти люди, которые вот сидят, вот думают на диване отлежаться просто в такие ситуации. Я вам честно скажу, ребята, рано или поздно война и к вам придет. Рано или поздно все равно встанете, поднимете свои попы с дивана, придете. А когда ваш дом разрушат, тогда я посмотрю вообще, что вы будете делать, ну. А делать будет нечего. И на плов. Приглашаю всех на плов. И папе привет. Папуля, если ты видишь, конечно, не обижайся. Каждый тут делает все, что может, ну. То есть, как умеет, так и готовит. Ну так, суховат немножко. Не, ну, конечно, вкусно, но суховат. Да парится. Да, ладно, парится, пусть. Водички побольше подлить. Я понял. Спасибо большое. Ну, все, спасибо. Без женщины никак. Отведав плова с ребятами с батальона «Сомали» в дружелюбной обстановке, нам удалось поговорить и с другими бойцами. Танцор. Зовут Паша. А чего именно танцор? Ну, в Сиямполе так назвали старики. Делали блокпост, получается. И у нас там, ну, весело было, настроение хорошее было. Как раз и мины ложились, а и музыка еще играла у нас. Сибиряки были с нами. И мы танцевали на мешках, грубо говоря, утрамбовали их, и после того так и назвали танцор. Работал на железной дороге и еще вдобавок занимался интернетом, свою фирму маленькую. Да, есть семья, двое детей. Сыну 5 лет, дочке 9 месяцев. Ну, жена волнуется, домой зовет. Ну, у меня так как два дедушки воевало, наверное, осталось еще от них что-то. И приходится воевать. А вы откуда сами приехали? Село войска. Много ли в подразделении ребят, которые приехали в другой район? Ну, основная масса с Донецка, Шахтерск, такое, Марьинка, Снежное, все отсюда рядышком. Во время нашей беседы отчетливо слышны звуки взрывов. Из-за близкого соседства с аэропортом поселок Веселый и прилегающие территории давно стали опасной зоной, которые регулярно подвергаются обстрелам из Авдеевки и Песок, где расположен укрепрайон украинской армии. Главная беда в том, что от обстрелов страдает мирное население. Все люди живут, бабушки, которые некуда ехать, которые остались оттуда. Есть инвалиды, бабушки, которые с дочкой с ними сидит. Им некуда выезжать, и нет возможности уехать, то, что не перевез, ну, невозможно перевезти даже, то, что она должна лежать полностью. Стать олимпийским чемпионом, но получил травму. После этого как бы выбрался в запасной аэропорт, хотел стать юристом. Стоял, вот вы не поверите, стоял на терминале. Получается, вот, с сумкой уже вот, там, в начале мая. И хотел поехать уже по специальности работать в другую страну. Было предложение, но, может, эмоции у меня выше, может, ну, не могу. Это мне тяжело, не знаю, там, разговаривать или с девушками знакомиться. А в бою я все нормально. Это донецкий парень Ренат. Ему 22 года. Он успел отметиться в боях в Иловайске и в Донецком аэропорту. Романтик и патриот родной земли. Что заставляет оставаться здесь? Что для тебя Донецк? Ребят, может, это банальные фразы, я не знаю, я... Это исторически так сложилось, это особый край, так получилось. Это не понять этим людям, которые здесь, они нас говорят, край бандитов. Да, я даже с этим согласен. Здесь жили скифы, сарматы, многие люди после того, как были неугодны советской власти. Поверьте, здесь такие люди есть, ребят, я не спорю, что
Есть там, может, и на западе Украины, там их какие-нибудь бойкие гуцулы. Ну, ребят, ну так получилось. Здесь действительно живут особые люди, крепкие характером. Донбасс и так раньше все уважали, а теперь видно его истинное лицо. Поэтому не нужно этого делать. Я был обычный мирный человек. А сейчас вот, ну сейчас я как бы говорю, ребята, буду воевать до последнего. Не за горами зима. На данный момент бойцы одеты по сезону. Но еще недавно при защите Иловайска у ребят были проблемы с амуницией. Приходилось донашивать форму, брошенную при отступлении украинскими вояками. Сейчас, как сказал нам казах, когда приходят ребята, их в основном есть во что одеть. Ну вот, такие вот ботинки. Прислал мой любимый писатель Захар Прилепин. Я после ранения 12 числа, у меня пулевое было плечо. Получается, приехал домой, весь в печали. И узнал, что он в Фейсбуке отвечает на сообщение. Написал ему, он воевал, этот человек. В ОМОНе служил, в Чечне был, в Дагестане. Я ему написал, как печально, как там все. Ну, все свои мысли написал ему. И написал, что вот как бы зимние ботиночки были бы кстати. И я сам не ожидал, через Семена Пегова, через Life News, журналиста, этот человек, ну, еще раз я к нему уважением проникся. Я говорю, его книги меня, может, даже, его мировоззрение, может, даже как-то меня, вот, и благодаря этому я и воевать пошел, где-то повлияло на меня. Действительно, серьезные мужские мысли, без всякого пафоса, довольно, ну, не знаю, довольно такой человек он глубокий. Ну, и вот я ему написал, он мне прислал вот лично, говорит, извини, что не могли встретиться, но прислал мне ботинки, мне это очень приятно, понимаете, когда люди не небожители, люди действительно переживают за Новороссию, и это очень, мне лично очень радует, что есть действительно живые люди, это не как у них эти звезды на Майдане стояли, понимаете, которые мы с вами ребята, мы себя сожжем, и что там было, там много чего там было, а это люди действительно с нами одной крови, мне приятно, когда такое, понимаете, ко мне обычному бойцу такое внимание. Я ему хочу, вот Захару хочу передать привет. Я не пойму вас, ребята, с Киева. У меня такое впечатление, что нужно, чтобы каждый, кто пишет все эти паршивые комментарии и прыщет своей желчью в интернете, у меня такое ощущение, что у каждого у вас должен родственник погибнуть на этой войне, чтобы вы что-то осознали. Потому что по-другому я это понять не могу. И еще меня вот это оскорбляет, как вот это, знаете, вот это быдло Донецк и так далее и тому подобное. Это в быдло Донецке все ходят и кричат там Путин ла-ла-ла. Это у нас есть матерные кричалки в нашей стране. Почему так сильно? Да, наши бойцы могут вам матерные там поздравления, может, через журналиста передавать. Но не более того, пожалуйста, пока не поздно. Пока еще вот люди, которые, как говорится, гневные письма там выкладывают. Ребята, давайте как-нибудь разойдемся, если не миром, то хотя бы на вот этом моменте. Потому что ничего, поверьте мне, ничего хуже, чем хоронить друзей и близких нет. 9 ноября около 4 часов вечера на взлетной полосе Донецкого аэропорта был открыт огонь моторизованным десантно-штурмовым батальоном номер 29 украинской армии, в результате чего ранен боец позывным «Казах». С многочисленными осколочными ранениями был доставлен в госпиталь. Жив, идет на поправку. Подробности в одном из следующих выпусков. Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, телеканал «Новороссия», Донецк.